владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Люди с буквой М в имени обладают превосходным умением решать сложные задачи и проблемные ситуации. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Не обещайте человеку с гласной И в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Если владелец этого имени неуважительно относится к природе, то он вредит самому себе и за все проделки будет наказан. Лучше быть заботливым. Буква «Н» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Обладатели этого имени менее других склонны к внутреннему самосовершенствованию. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Значение буквы «М» в имени говорит о заботливости, готовности помочь, некоторой застенчивости и мягкости. Из владельцев этого имени получаются гениальные торговцы и биржевые игроки. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Качество Меркурия у владельцев этого имени дополняет соответствующие экономические и юридические способности. Успех им практически обеспечен. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.